Где тебе больше нравится, в грязюке или купаться в воде? В воде. В воде? А грязюки ты вообще не мазался, да? Давай мы тебя обмажем сегодня грязюкой. А я тебе мороженое куплю. Давай. Шоколадное мороженое куплю, как грязюка будешь шоколадная. Нет? А что ты хочешь, чтобы тебя грязюкой измазали? Вон, будешь как-то тетя в грязи, видишь? Не, никогда. Давай. Будешь негритенок маленький. Не, не хочешь быть маленьким негритенком? Он уже то делает. Да? Ой, посмотри, какая концентрация соли она ж. Видишь? Это плод. Не, это соль. Как? Так. А что тогда делает меня? Соль? Соль? Да, ну подними ножки вверх. Как она такая сильная? Так ты на Мертвом море научился плавать, да? В бассейн. А потом в бассейн. Не, вначале в бассейн я научился. А у меня вот мама на Мертвом море. Вот, я в этот не... А на пузике как ты плаваешь, покажи. Мне только вот это было. А тебе в глаз попадала вода? Только вчера. И что было? Печет. Пекло, да? Потом я сразу водой спала. Надо сразу с пресной... А если не сполоснуть, можно слепить. А ты глотала эту воду? Вчера? Можно глотать. Угу. Я только в бассейне глотала. И брызгаться, да, здесь нельзя? Я только в бассейне глотала. Ничего. А тут были раньше рыбы? Рыбы нет, откуда? Здесь же ничего не живет. А когда поэтому она называется мертвой. Она сама построилась, образовалась. Природа его построила. А была фамилия у тебя? Тут я не стою. Или хочу стоять? Я не стою. Все? Меня вода делает. Я не могу вниз пойти. Да, если вода не делала, я бы стою. А, ты даже пытаешься достать и не можешь? Да. А я тут на самом деле стою вот с этой. А, я вижу, что она. Она мне не дает спускаться. А, она тебя выталкивает с воды? Папа, можно даже несколько дней до туда доплыть. Она все равно будет держать. Да, я удалюсь. Ну, ты не сможешь туда доплыть, на тот берег? Без воды, без еды. Ну да, тебя сразу начнет тело сжечь, а потом ты утонешь. Почему? Ну, потому что в Мертвом море нельзя купаться больше полчаса. А Валена делать будет? Ну хорошо, будешь на поверхности болтаться, если. А что она будет печь? Ну, потому что нельзя больше полчаса в нем. А что будет? Ну, она разъедает кожу там. Но что это означает? Ну... Вот теперь я стою. Да вот там меня поднимут. Оп! Пока. Там ты себе грязь набрал? Что ты будешь делать? Что ли мне надо? Чтобы это все было в грязи, я тут даже легко смогу сделать. И все. Thank you.
Что тебе печатает там? Скажи. Ого, где это ты поцарапался? Вай, смотри, какая она как лед, да? А если взять домой, что будет? Ну что будет? Будет дома такая соль. Прикольно. Делаем с Тёмика котика. Делаем негритёнка. Итана, ты не хочешь измазаться? Сейчас, давайте, кто из вас больше в грязюке будет? Нет. Все, ничего, мы нельзя двигаться, а то поломаешься. Стой, вот, а спинку? Давай его в грязюку, лови! Давай, мне 4 минуты осталось снимать. Тёма, давай. Ну, давай, ножками ныряй туда. Ого, даже вдавливай его. Куда? Ой, тебя засосало. У тебя какашка упала. Вот тебя братик, блин. А я могу себе вот у них яму мыть. Вот у меня, чтобы забыть. Ну что, как тебе яму понравилось?